В Елабужском институте Казанского федерального университета завершились курсы повышения квалификации для преподавателей Ферганского государственного университета. Гости из Республики Узбекистан приехали в Елабугу в начале апреля, чтобы принять участие в очном формате курсов, а до этого в течение 2 недель осуществлялась дистанционная форма обучения. Преподаватели Ферганского университета познакомились с елабужскими коллегами и смогли перенять их опыт в области применения современных технологий и интерактивных методик в образовании. Изучили средства электронного обучения, создания и использования онлайн-курсов, а также такие современные направления деятельности, как ведение блога и создание веб-портфолио преподавателя. Выражаю глубокую благодарность и признательность организационному комитету, профессорско-преподавательному составу, которые для нас создали такой праздник, образовательный, культурный, культурно-исторический праздник. Я уверен, что у каждого остались самые теплые, самые неизгладимые впечатления. И мы покидаем город с печалью, потому что мы очень его полюбили. По окончании курсов преподаватели Ферганского университета получили сертификаты о прохождении курсов, а также благодарственные письма за активное сотрудничество. Коллеги из Елабуги и Ферганы обменялись памятными сувенирами и выразили обоюдное желание о новой встрече. Айдар Нурмиев, пресс-служба Елабужского института КФУ.